В детстве я много мечтал, и многое мне сходило с рук. Мы тайком сбегали на речку, брызги воды. Под лучами солнца они превращались в яркие стеклянные камешки. Это было лучшее время в моей жизни. Это были мои лучшие друзья. Искренне раскаиваясь, мы повторяли свои ошибки. Пожалуй, все, что мы могли нарушить, мы сделали в своем детстве. Может, поэтому честность и добропорядочность — это стиль моей жизни? Я люблю свою родину. Государственная служба дает мне возможность доказать свою любовь. Живя честно, я уверен и спокоен за свою судьбу. Ко мне приходит то огромное чувство, которое я не раз испытывал в детстве. Чувство счастья. Ведь каждый из моих коллег участвует в судьбе, улучшении качества жизни наших граждан. Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.